Тревожная статистика. В октябре на территории области произошло 50 пожаров. Огонь унес 8 жизней. Как не допустить новых трагедий в осенне-зимний период и как обезопасить курян в будни и праздники? Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Уже сейчас, в период подготовки к торжествам и в День народного единства, все экстренные службы области работают в усиленном режиме. Все 33 площадки, на которых пройдут массовые мероприятия, взяты под особый контроль. Общая группировка сил и средств на сегодняшний момент определена в количестве 360 человек, 125 единиц техники. Для профилактических мероприятий будем привлекать добровольцев пожарной охраны. Дежурство будет осуществляться круглосуточно. Актуальная тема в холодный сезон – противопожарная безопасность. Спасатели проводят профилактические беседы, рейды по домам с печным отоплением. Особое внимание гражданам из группы риска. 700 человек, злоупотребляющих спиртным, временно переселили к родственникам. Тех, у кого родных нет, на зиму приютят социальные учреждения. Из 2300 планируемых переселений одиноких пожилых граждан у нас переселено сейчас уже на данный момент более 75%. Значит, поэтому эту работу необходимо все-таки продолжить и завершить в ближайшее время.